Смотрите сегодня в выпуске. Статус аварийного не снят. Восстановленный дом Разина 90 продолжает разваливаться, а его жители завязли в судебных разбирательствах. Печальная история под названием «Разина 90» прогремела на всю страну в 2017-м. Жители дома расселили кого куда. Все время, что шли восстановительно-ремонтные работы, и собственники, и те, кто был там прописан по договору соцнайма, отслеживали ход работ. В результате к ноябрю 2019-го, когда пришла пора получать ключи, люди от них отказывались. Радостного новоселья не было. Но дом все же официально сдали, несмотря на поток обращений в администрацию, прокуратуру и суды. И сегодня с трудом верится, что эти кадры сняты в доме, который официально отреставрирован и сдан в эксплуатацию всего 2,5 года назад. По словам жителей, ни одно из обещаний устранить недоделки подрядчик компании «Прометей» не выполнила. Суды продолжаются. В настоящий момент мы до сих пор не можем въехать в свои квартиры, так как они признаны непригодными для проживания по экспертизам, по судам. Мы бьемся уже 3 года, по судам ходим. То есть, как таковой, результатов никаких. Были сделаны экспертизы Следственного комитета, подтверждающие, что дом до сих пор находится в аварийном состоянии. Но так как у нас никаких сдвигов нету, мы до сих пор судимся. Плюс нам насчитывают коммунальные услуги, так как мы не пользуемся ни водой горячей, ни холодной водой, ни светом. Счета идут, добиться мы ничего не можем. Я не завожу детей сюда, как непригодное жилье. По решению суда тоже экспертиза была барнаульская. Живу у нас Пекало, соцнайме. Сейчас у меня кончается соцнайм, сейчас в марте конце. Они также будут заставлять меня переезжать. Куда я должна их завозить, во что? Значит, в рамках уголовного дела, как говорила Ольга, была проведена экспертиза жилого дома, в которой написано, что аварийность с дома не снята. Мы написали заявление в администрацию, чтобы признали наш дом аварийный. Администрация не согласилась с данной экспертизой и сказали, что будут делать свою экспертизу. На сегодняшний день, это был ноябрь месяц, на сегодняшний день никто никакую экспертизу не делает. Никто обещали поставить маячки на трещины дома, никто ничего не сделал. Также мы писали во все инстанции, в край, даже президенту написали. Президент спустил это письмо в край, чтобы они разобрались. Последний ответ мы получили с администрации, с краевой администрации, что они сделали запрос в нашу администрацию, наша администрация им ответила, что они по мере необходимости все недостатки устраняют, никаких течей сантехники нету, все хорошо. Ну вот сейчас зайдем, я вам покажу, как все хорошо устранено. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Отправляемся на экскурсию по злосчастному дому. Первое, что бросается в глаза в подъездах – неогороженные оконные пролеты. Подтеки на потолке. Это течет сантехника, говорят наши экскурсоводы. А вот и сама сантехника. Вот видите? Хотите, мойтесь, хотите, все хотите, то и делайте. Хочешь туда? У нас даже, когда комиссия приходила, вставали, и она чуть не убилась на этом поддоне. Смотрите, здесь лука. Если мы вот так вот поднимем. И там сейчас побежит, сейчас еще и там побежит. Бежит со всех. Мы здесь не проживаем. Вы сами видите. Сантехника новая, да? Сантехника новая. Откосы, балконы. Установить еще одну раковину, укрепить и снять натяжной потолок, сделать антисептик, натянуть новое полотно, привести полы в порядок. Это все наши требования. Ну еще, кроме этого, лестничный марш показали в первом подъезде, да, нет? Да. У нас такое же, что ограждение лестничного марша сделать. Двери, пойдемте, я покажу просто, чтобы не наглядно было. Я показываю, смотрите.
Вот это наша дверь. Ходуном ходят все так. А когда их закроешь, вся комната видна через щель. Я говорю, непонятно, здесь вот торчит ребенок, если, не дай бог, схватится, выдернет. Вот, как бы, ну что, кусочка металла не хватило, я не поняла. Когда было землетрясение, нам управляющая компания поставила вот эту опору для того, чтобы держать башню. Да. И после капремонта она у нас почему-то стала ходить ходуном. То есть она теперь никакой не несет, не бегает, ни функции, ничего. И плюс еще ко всему у нас дети. То есть если это все рухнет... Комната Оксаны Костенко. Теперь понятно, почему она не хочет перевозить сюда своих детей. Комната у меня, которая полтора года стояла под отцом, полы вот в таком виде ужасные, которые покрасили, и все сгнило. Две окна, которые не закрываются. Да, у меня были деревянные, но они не были в таком состоянии, в котором все мочилось, в котором все пожгло. Вот. По проживанию с детьми я не могу сюда их привезти, как тоже угловая. У нас все дует. А дуть будет. По стенам поползли трещины. Между третьим и вторым этажами, между цоколем и первым этажом. Разломы между кирпичами видны издалека. Насколько они глубокие, наглядно определить невозможно. Нужны маячки. Но их, как говорят люди, устанавливать здесь никто не торопится. Мы как бы не просим новые квартиры, не просим снести дом. Нам нравится этот район, мы здесь давно живем, мы все друг друга знаем. Но желательно, хочется, чтобы дом привели в порядок, чтобы он не был аварийным и чтобы не страшно здесь было жить. Поскольку трещины идут дальше, дом сыпется. В любом случае, как бы, привели в порядок. Обращаемся к администрации. Пожалуйста, приведите наш дом в порядок. Приведите, сделайте благоустройство, поставьте нам раковины, укрепите хотя бы душевые поддоны. То, что нам разрушили, у нас хотя бы восстановите то, что было разрушено. То, что было. Протокол коммунального рейда. Разина 90 продолжает пугать бичан внешним видом, разбитыми балконами, опутанными трещинами стенами. Люди не хотят в нем жить. И это не их прихоть. Это нормальное желание – жить в нормальных и безопасных условиях. А дом продолжает угрожать. Несмотря на громкую шумиху, которая продолжалась вокруг него несколько лет, и на потраченные на его восстановление деньги. Мы направляем запрос в администрацию Бийска, чтобы выяснить, какой гарантийный срок предусматривал контракт с компанией «Прометей»? Кто именно входил в комиссию по приемке дома в эксплуатацию после ремонта? Все ли жители получили ключи? Почему до сих пор людям не переданы на руки документы на индивидуальный прибор учета? Мы продолжаем следить за развитием событий и обязательно назначим встречу с директором компании, которая реставрировала дом. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.